Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о нашем прекрасном городе. В лучах ослепительных солнца сияет красавец Ташкент. Он городом дружбы зовется, земной доброты монумент. Жемчужина, песня Востока и мудрым поэтом воспет, как символ любви и истока, теплом сердец он согрет. Мы живем в большом городе Ташкенте. Он красивый и чистый. В городе много высоких зданий, широких улиц, великолепно фонтанов, театров и музеев. В Ташкенте есть зеленые парки, голубые каналы и озера. Наш город один из самых красивых и больших городов мира. Мы любим свой город. Ребята, мы с вами прочитали красивое стихотворение и текст о нашем прекрасном городе. Обратите внимание на выделенные слова. Эти слова обозначают что-то чего-то много, то есть множественное число. Например, фонтан Фонтаны, стадион, стадионы, парк, парки, улица, улицы, школа, школы, площадь, площади, человек, люди. Обратите внимание на выделенные окончания. Буквы ⁇ и ⁇ и ⁇ и ⁇ В конце слов обозначает множество предметов, а слово ⁇ Человек ⁇ во множественном числе звучит так. Люди. Давайте закрепим наши знания и попробуем вместе найти слова, обозначающие множественное число. Послушайте стихотворение. «Все имеется у нас, на потом и на сейчас, Реки, горы и леса, голубые небеса, Океаны, пальмы, снег, и земля одна на всех». Нашли слова во множественном числе? Давайте перечислим их вместе. Реки, горы, леса, небеса, океаны – пальмы. Молодцы, ребята! В нашем солнечном Узбекистане очень много красивых городов. Эти города славятся своей красотой, гостеприимством. Недавно ко мне приехал мой друг из Самарканда, Адыл. Мне очень нравится этот красивый, старинный город, и я попросил его рассказать о Самарканде. Вот что он мне рассказал о своем городе. Послушайте. Я живу в Самарканде и очень люблю свой город. В Самарканде широкие улицы и новые дома. Здесь красивые парки и большие стадионы. Вот наш парк. Тут зеленые деревья и фонтаны. А это наш стадион. Спортсмены играют в футбол. В Самарканде интересные музеи. Школьники идут в музей Улугбека. Туристы пришли к мавзолею Амира Тимура. А это наша главная площадь Регистан. Здесь красивые медресе. А теперь ответим на вопросы по тексту «Вместе». Первое. Что есть в Самарканде? В Самарканде есть улицы, новые дома, парки и большие стадионы. Второе. Что есть в парке? В парке есть зеленые деревья и фонтаны. Третье. Кто играет в футбол? Ну, конечно же, спортсмены играют в футбол. Четвертое. Кто идет в музей Улукбека? Школьники идут в музей Улукбека. Пятое. Кто пришел к мавзолею? Туристы пришли к мавзолею. А теперь выполним следующее упражнение вместе и напишем данные слова во множественном числе. Театр. Вставляем окончание «ы» и получаем слово «театры». Фонтан. Фонтаны. Стадион. Стадионы. Магазин. Магазины. Вокзал. Вокзалы. Автобус. Автобусы. Улица. Улицы. Больница. Больницы. Парк. Парки. Поликлиника, поликлиники. Аптека, аптеки. Дорога, дороги. Молодцы! Мы вместе отлично справились с этим заданием. Я очень часто повторяю, что сила в единстве. Если мы вместе будем идти к цели, у нас все получится. Вот послушайте текст о дружбе народов. Ведь когда-то на наш прекрасный город обрушилась большая беда. И сплоченность народов помогла нам преодолеть эту беду. Дружба. На Ташкент обрушилась беда. Древний город пострадал от землетрясения. На помощь приехали люди из соседних государств. За короткий срок город был восстановлен. Он стал больше и красивее. Поднялись высотные дома, появилось много широких улиц, фонтанов, зеленых парков. Сегодня Ташкент – это замечательный современный город. А теперь проведем физкульт-минутку и немножко разомнемся. Ташкент – это парки – Проспекты, театры. Все люди живут, как большая семья. Здесь песни о счастье звучат, не смолкая. Ташкент ⁇ это дружба твоя и моя. Ташкент столица нашей прекрасной страны. Это основной город Узбекистана. Но у нас в стране очень много красивых и старинных городов. История этих городов привлекает множество людей из разных стран в наш прекрасный край. Одним из таких древних и прекрасных городов является город Бухара. Бухара – древний город. Здесь есть красивые памятники истории, старинные здания. Это Арк, Минарет Колян, Медресе Улукбека, Чор Минор. В этом городе красивые зеленые парки, широкие улицы и площади Бухары всегда полны народа. По улицам едут автобусы и маршрутки. Вот такой красивый и древний город Бухара – также в Узбекистане есть города Шахрисапс, Термес, Андижан, Фергана, Наваи, Карши, Джизак, Гулистан, Наманган и многие другие. Все они красивы по-своему. А теперь поиграем в игру ⁇ Найди город ⁇ Я назову памятник архитектуры или какую-то достопримечательных городов. А вы должны отгадать название того или иного города. Начали? В центре этого города стоит памятник великому полководцу. Амиру Тимуру. Он родился там. Ну-ка, знатоки, догадались? Конечно же, это город Шахрисапс, а этот современный индустриальный город считается самым молодым в нашей стране. Это молодой город Наваи. А следующий город находится на южной границе нашей родины. О каком городе идет речь? Этот город Термес. Этот город находится в Сурхандаринской области. Молодцы, ребята, мы с вами хорошо справились с этим заданием вместе. Ребята, рассмотрите эти кубики и соберите из них название города. А ну-ка, ребята, появилось слово Бухара, древний и красивый город Узбекистана. А это прекрасная наша столица Ташкент. Ребята, мы сегодня с вами поговорили о множестве предметов. Давайте еще раз проверим наши знания и закрепим их. Мы должны раскрыть скобки и написать слова правильно во множественном числе. Первое. Дети посадили роза и тюльпан. Раскроем скобки и вставим нужное окончание. Дети посадили розы и тюльпаны. Второе. Возле дома растут каштан и чинара. Прочитаем, раскрыв скобку. Возле дома растут каштаны и чинары. Третье. На улице есть большие магазин. На улице есть большие магазины. Четвертое. В городе цветут яблоня и вишня. Прочитаем вместе. В городе цветут яблони и вишни. Молодцы, ребята! Мы сегодня путешествовали по нашей прекрасной стране, узнали новую информацию о Самарканде, о Ташкенте, о Бухаре, отгадали загадки. Я очень надеюсь, что наш сегодняшний урок был для нас полезным. Кроме этого, вы узнали о том, как можно выразить множество предметов и научились их правильно использовать в своей речи. О мой родной Узбекистан, Ташкент, Хива и Андижан, какими стали города, цветущими как никогда, И каждый город твой музей, И в мире нет людей добрей. Ребята, на этом наш урок подошел к концу. До свидания, до следующих встреч.